Всем кекис, с вами как всегда Моныч, и мы продолжаем играть на сборочке Enigmatic 2 Expert. Это у нас 25-я серия, если мне память еще не отшибла. И, в общем-то, сегодня мы будем делать паровую турбину и алтернатор, ну, типа кинетического генератора для этой паровой турбины. Ну, вы поняли, да? Также, ребятки, не забывайте оформлять подписочку, ставить усик, ну и ставить, естественно, колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, так как YouTube у нас багает в последнее время. В общем-то, погнали. Полазил я в шахтах, понадыбал алмазов. Ну, неплохо так понадыбал. По количеству предметов выставлю, чтобы было проще. О, 235 алмазов, нормально. Я там просто кучу всего понакопал, в туннеле нахер там, это просто жопа дикая. Помимо этого там еще и платины надыбал, немножечко, он 12 штучек всего. Кстати, манюлиновая кирка, это конечно топ, но надо бы ее немножечко сейчас починить. А то она как-то немножечко все повредилась. И осталось у обсидианового мультитула из 32 тысяч всего лишь 10 тысяч. Использование там 10900 с копейками, потому что немножечко ей как раз таки и копал все эти туннели, выдавливал. Ладно, где тут мои заготовки, которые я тут оставлял? Закинем пока что базовые схемы управления сюда. Так, руководство инженера мне пока что сейчас нужно. Вот steam турбин. Так, 24 тяжелых инженерных блока. Ща, короче, будет. Усё, Вася. Вот так вот, 16 укрепленных сплавов, еще 60 осталось. Нормально. Так, железные пластины надо сейчас забрать отсюда. Где они? Вот они, 2 стака. Нормально. Так, ну и закинем их сюда. Так, ну и 2 слит... Ну вот эти вот, 2 стака железа. Так, значит... вот, инженерники. Тяжелый инженерный блок, значит, нам нужно тоже, получается, их 12 штучек вот этих вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, так. Вот, 12, все. Так, стальные леса. Так, урановые пластины там были, и мы погнали. Значит, два, опа. А вот, два, три, так, 16, 20, 24. Как раз тяжелых инженерных блоков, 24 штучки, так, еще леса остались, еще вот это все у нас осталось. Так, далее, смотрим, что у нас еще нужно. 4 блока радиатора. Радиатор, радиатор. Так, сталь, медь и бедро воды. Так, окей. А есть у меня тут ведро? Да, есть ведро. Сейчас будем, короче говоря... бегать. Надо было, наверное, все ведра, которые у меня там есть, взять, чтобы было проще. Так, вот, 5 ведер. Блять, выкинул одну, сука. Так, ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, нормально. Ты, камешечка, откройся. Вот, раз блок радиатора. Два блок радиатора. Ну, еще сделаем. Вот, 6 блоков радиатора, там, если не лишние, то, в принципе, пойдут еще на что-нибудь. Так, 27 блоков листовой стали. Так, ведерки мы выкидываем. Так. Листовая сталь, значит, сколько? 27 блоков нам надо, да? Подожди, листовой стали именно, да? Да, листовой стали, еб твою мать. Так. Это сколько у нас? 125 слитков стали осталось. Сейчас я нагляну, что там в доменных печах. Я так смотрю, они уже не горят, значит, они отработали. Так. Железо. Раз, два. Два стака железа возьму. Как раз таки, чтобы переделать еще. Хотя, в принципе, можно... Не. Все-таки доменные печи как бы получше будут. Да, он сколько в той серии, ребятки, перебил, получается, свино-говнюков, вот этих вот. Так, ну, мне тут что-то угля мало вообще, пипец осталось. Да, получается, вот это сейчас
просто крайний раз, когда я могу сделать нормально сейчас сталь. Нужно идти за углем и пихать ее в эти, в коксовые печи. Иначе это будет жопа. Так. А, ну, кинем для начала пока что 32 штучечки. Пусть они у нас отработают сейчас. Там, а там будет видно, значит, это сколько у нас на сталь уходит. Нахер его знает. Так, 26, 27, так. Нормально. Так, вот 32 штуки. Так, раз, два, три, четыре. Вот. Так, сколько там нам нужно было блоков листовой стали? Откройся. 27. Так, 16, 24, 28, вот. Одна будет лишняя. Это хорошо, что я кинул всего лишь полстака стали. Закинем ее вот, вот это все обратно. Так, далее, что нам нужно? И 10 стальных... Блин. 10 стальных блоков? Окей. Охереть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 стальных блоков. Твою мать. У меня осталось 195 стальных слитков. Это жопа. Так, в принципе, у нас все готово. Steam Turbine проектор. Отображение проекции. Создание Steam Turbine. Все. Ну, ребятки, погнали, короче говоря. Хочу я это все дело сделать на крыше. Хотя она, наверное, гудеть будет сильно. Если что, перенесу куда-нибудь. Потому что не хочу далеко ходить. Хочу поставить ее где-нибудь здесь. Ух, ебать. Копать. Вот это махина. Так. А в какую сторону тебя развернуть? Благодетель ты наш. Так, стоп. Если по проекции смотреть. Так, краснокаменник должен быть с этой стороны. Вот с этой. Хорошо. Тут он получается то, что... Вот, вот с этой стороны. Так. Угу. Ну-ка, 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 ну-ка. Попробуем его... Блин, бляха-муха. Попробуем влепить его где-нибудь вот здесь вот. Сучка. Зараза. Не хочет ставиться. Ну ладно. Будем вручную тогда, как всегда, ставить. Так, значит, стальные леса. Раз, два, три. Так, здесь тогда получается блок листовой стали, как я понимаю. По текстурам. Так. Теперь инженерники. Ой. Что-то не туда его поставил как-то. Опа. Вот раз, два, три. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Вот. Так, следующий слой пошел. Хорошо. Сюда, 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 блядь, сюда, сука, сюда, ну, сюда и сюда. Все, отлично, так, теперь, так, краснокаменник, дальше три трубы, вот, три трубы, отлично. Так, опять блок листового железа. О, не, неправильно. Значит, остальные блоки нужны. Окей. Так, по текстурам, я смотрю, вот, вот здесь вот. А, ну он подсвечивается, а где нужно. Вот, все.
Так, стальные. Раз, два, так. Эти. Вот так, вот так, вот так. И вот так. Так, последний слой, я так понимаю, пошел. Так, инженерники. Так, еще инженерники. И вот эти инженерники. Так, все, инженерники закончились. Так, блоки радиатора пока еще нет. Так, листовой металль сюда. И сюда. Так, а здесь у нас две трубы. Все. Теперь труба здесь и блоки радиатора. Раз, два, три, четыре. Все, констракшн готов. Это наша паровая турбинка. Так, где мой молот инженера? Понятно, где-то в хате. Сейчас его кликнем, соберем. Да, ёпта. Так, здесь, вот он. Вот он, как говорится. Так, ну-ка. Хуяк. Ты глянь, вообще прямо. Огонь. Steam турбин. Так, проектор. Все. Убрала. Отличненько. Так, теперь. Вот, алтернатор. Все, теперь, короче, берем проектор и алтернатор. Вот, алтернатор, проектор, все. Это мы пока поставим сюда. Так. По книжечке посмотреть, как. Нам нужно, чтобы он коннект. Так, значит, чтобы он коннектился вот этим вот. Так. Конденсаторы, чтобы с этой стороны были. Ну да, вот так получается правильно. Вот. Все, значит, вот так вот оно сейчас должно законнектиться. Отлично. Отличненько, отличненько. Отличненько. Зашибись. Найс. Ладно, пойдем тогда заготавливать сейчас все остальное, то, что нам нужно. Это получается 4 тяжелых инженерника. Сейчас нужно будет сделать. Так, инженерники, вот. Так, значит, раз, два, три, четыре. Ну, пофигу. Ну, она так сделается, 4 тяжелых инженерника. Так, 4 тяжелых инженерника есть. Далее, 8 блоков генераторов. Так, значит, генераторы. Кинетические. Так, вот блок генератора. Сколько там надо, чтобы было? 8 вроде было бы, да? Да, 8. Раз, два. У меня только 4, сучка. Так, блок генератора. Кинетический генератор. Окей. Нет. Так, генератор. Вот, кинетический, катушка, так, раз, два, на две катушки хватило, так, раз и два, вот, как раз должно сейчас мне хватить будет на, вот, 6 и 8, все, отлично, хватило. А далее, 6 катушек высоковольтного провода, окей. 6 катушек высоковольтного провода. Так, моток высоковольтного провода. Это алюминиевые. Понятно, значит, алюминиевый провод и стальной трос. Окей, так, алюминиевая пластина. Алюминиевой пластины у меня нету, отлично. Да, Алиэкспресс. Алюминий. Так, 13 слитков. А, нет, тут алюминиевый провод есть, какого хера? Так, ладно. Стальной этот трос, значит. Сейчас нужен будет. Так. Трос.
Так, стальная пластина и ножницы. Окей. Значит... Не, подожди, у меня там должны быть стальные пластины. Так. Да, вот 4 стальных пластины. Значит, это пока отбой. Ножницы. Они у меня вот тут вот. Кусачки инженера. Вот. 4 стальных троса. Стоять. Так. Так, и палка. Вот, раз, два. Так, 8. Окей, смешно. Значит, все-таки нужно будет сейчас дохера делать. Так, алюминий возьмем. Так, сталь. Так, ну вот, полстака стали возьму, хорошо. Сейчас еще посмотрю, есть ли у меня здесь алюминий. Да, есть. Значит, полстака того. Так. Провод. Угу. А ну-ка. Катушка. Ага. Так вот, остальные... Ну, сучка. Тут можно вот такими мотками. Так, медные провода. Окей. Провод. А ну-ка. Поменяем сейчас пресс-форму. Ага, то что надо. Так, значится. Пошел. Отлично, он их по две штуки делает. Вообще красавчик. Ща наделаем. Так, ну и алюминки. Вот 16 штучек сейчас. Нормально, а то сейчас бы херней страдал бы. Вырезал бы ножницами по фигурному катанию. Всякое дерьмо. Так, 34-32, думаю, должно хватить. Так, вот так вот стальные тросы. Так. 36, ну вот 40, допустим, будет. А, высокольтного провода. Теперь катушку нам надо сделать. Так, катушка. Вот так вот. Значит, сколько их там нужно нам? 6. Да, 6 катушек. Раз, два, три, четыре, пять. Сычка, не хватило. Так. Не хватило. Вот, 8. Вот, 6. Все. Теперь, в принципе, все. С катушками разобрались. Далее, 5 высоковольтных конденсаторов. Хорошо. Нет, блок дроз не нужен. Так. Конденсатор, вот он, высоковольтный конденсатор нужен, средневольтовый, низковольтовый. Значит, погнали, значит, сколько там их нам нужно было, твою мать, забыл. 5. Раз, два, три, четыре, пять. 5 штук есть, значит, так, конден. Теперь, так, раз, два, окей, у меня доски закончились. Говно вопрос. Так, дерево. О, у меня только великое дерево. Бревна, твою мать. Печально. Ну еще 2 стака. В принципе, нормально. Где там мой криозот? Ща забацаем. Дайте мне, пожалуйста, 1 баночку криозота на сдачу. Окей. Этой киркой он просто ломает. Уничтожает. Прикольно. Всегда мечтал об этом. Так, стоп, у меня тут... А, печатные платы. Окей. Так. Раз. Горизонтальные досочки. Так, еще 6000. Еще на 6 штук хватит. О, все. Нормально, теперь у меня есть горизонтальных досочек полно. Ну, по крайней мере, сейчас. Так, вот раз, два. Так, это скидываем.
Так, средневольтная. Оп-оп. Да ёп. Нет, ты издеваешься, серьезно? На тебе нахер. Жри. Еще. Жри. Придачу. Так, конденсатор. Спасибо, вот все, 5 штук. Теперь вот и это вот. Свинцовые блоки, ёпта. Ну да, конечно. Есть у меня свинец, здесь нет. Ай, полно, ай, красиво. Ай, отлично, вообще просто. Так. Итого, сколько нам нужно получается? Так, раз, два, три, четыре, пять. Все. Так, что-то там сталма у меня. Мозги сейчас пропилило. Так. Так, раз, два, три, четыре, пять. Все, отлично. Готово. 5 высоковольтных кондерчиков у нас есть. 8 блоков листовой стали, опять-таки. У меня только одна. Сталь. 8 блоков листовой стали. Ну, пусть будет 8 слитков, там, конечно, больше получится. Ну, оно пригодится все равно. Я так думаю. Если что-то еще буду делать с иммерсива, то оно пригодится еще и как. Эх, ну, не, по капицу жрать не буду. Пока что не буду. Так. Эти. Так, 5. Мне сколько надо? 8. Угадал. Так, 9 получилось. Нормально. Так, дальше, что у нас осталось? 2 стальных блока, да ёпта. У меня сталь уходит сейчас, просто охереть. Раз, два. Все, 2 стальных блока. Теперь готово все, да, теперь готово. Ну, теперь пошли, короче, строить все это дерьмо. Так. Тють-тють-тють-тють, здрасте. Как ваша мама поживает? Ну, погнали, короче, пацаны. Так, что-то промазал. Я лучше вот этой кирочкой буду ломать, эту мало ли. Да что? Чё я мажу постоянно? Так, хорошо, кондёрчики. Так, раз, два, три. Так, здесь что у нас? Листовая сталь, да? Так, здесь раз, два и инженерник. Кушац. Воу. Так. Значит, раз, два, инженерник. Так, 2 катушки. И еще 2 сюда, короче, влеплю. Оно тут должно быть, походу. Так, 2 кондея. Так, теперь раз, два. Так, вот, 2 остальных блока как раз-таки. Так, блок листовой стали. Так. И последнее, что нам нужно. Так, это вот сюда инженерник. Значит, сюда раз, два, три. Так, и вот так вот. Все. Констракшн готов. Так, теперь надо его только плюхнуть. Во. Короче, теперь все плюхнули. Отлично. Отлично, теперь надо попробовать это все дерьмо запустить как-нибудь. Пока не буду ставить инвертирование инвертированных, надо будет попроще сюда воду подвести. Опа. Попробую вывести сюда сейчас, короче, трубами из термалки. Он, интересно, законнектит или нет? Так, 41 труба. Ну-ка, сейчас посмотрим, коннектится такая труба с термалки к трубе из иммерсива. Сейчас чекнуть. Да, коннектится, отлично. Или, я не знаю, туда воду надо подавать, или чисто уже готовый пар. Если чисто готовый пар, это будет жопа полная. Да, ёпта, ты сука, можешь нормально залезть? Если будет чисто готовый пар подаваться, это будет
Не камильфо. Так, ладно, дверку пока сломаю. Вот так вот. Так, теперь. Вот так, вот так. Так, ну вроде что-то пошло. Жрать пошло неплохо. Да он полностью ее высосал. Так, ладно. Мне нужно выйти. Монычу нужно выйти. Так, хорошо. Турбина, короче говоря, походу зажирает водичку. Ну-ка. Режим инвертирован. Ну, чё-то... Как-то нифига. Не инвертирован. Всё, точно вода нужна? Окей. Ладно, главное то, что мы построили этот кусок говна. Да, мы его построили, мы его законнектили. Вроде бы правильно законнектили. Ну, я надеюсь, что правильно. Так, нужно, короче, сейчас посмотреть по книжечке внимательно. Да, правильно законнектили все. Правая турбина и этот, все, все правильно. Так, а, может ему нужно дать энергию. Короче говоря, чтобы он типа а-ля начал крутить ее. Ну-ка сейчас вот этот средневольтный. Ой, куда пошел? Короче, если сейчас не получится ее запустить, я потом, короче, посмотрю, более внимательно изучу все вещдоки. Так. Зараза, вот на отдачу. Так. Ну-ка. Ноуп. Абсолютно ноуп. Не. Ничего не хочет делать. Ну, воду сожрала. Воду, как ни странно, сожрала. Но я не знаю, как все-таки этот кусок дерьма запустить. Ладно, буду разбираться тогда вне серии, как его запустить. В общем-то, ребятки, на этом будем сегодня заканчивать. В общем-то, чуваки, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то поставьте усик. Но если вам не понравилось, то поставьте дизусик. Ну а также, если вы здесь находитесь впервые, то не забывайте подписываться и звать своих друзей, потому что я всегда рад новым подписчикам. А также не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на мой ВКонтакте и подписываться на мой сервер в Дискорде, так как там вы можете с другом пообщаться, но я там иногда ошибаюсь. В общем-то, все ссылочки будут в описании. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Ну а на этом сегодня все. Всем удачи и всем покедова!